На сегодняшний день, согласно распоряжению городского головы, начали отопительный сезон. Все наши котельные нашего предприятия находятся в работе и запущены. Все жилые дома, учреждения здравоохранения, учреждения образования, детские сады и школы по спальным районам города, это Таирово, поселок Котовского, Черемушки, приморская часть района, запитанная от котельной Чубаевка и Шампанка, подключены к системам отопления. Единственный вопрос, как я уже говорил ранее, Одесская ТЭС находится в плане, в режиме выхода на свои расчетные параметры. Как мы говорили, это занимает от недели до двух, поэтому сейчас этот процесс идет, и потихонечку запускаются детские сады и школы по центральной части города. Большая часть, основная, это процентов порядка 60-70, уже подключена. Все основные больницы нашего города, инфекционная больница, Пастера, 11-я горбольница, 3-я горбольница, кардиологическая больница, еврейская больница, уже подключены к системе теплоснабжения и получают теплоноситель. Основные школы по центру города также подключены к системе отопления и получают отопление. Процесс идет, завершится он после того, как ТЭС сможет запустить свои паровые котлы, когда мы выйдем на расчетные параметры, тогда все потребители в полном объеме будут получать тепловую энергию. В связи с тем, что на улице сейчас пока достаточно тепло, многие председатели ОСНД или сами ОСНД пока не производят включение своих домов. С этим связано как ряд наших технологических проблем, потому что у нас еще достаточно не вышли до конца на свой технологический минимум. И связано с тем, что в некоторых ОСНД находятся дошкольные учреждения, в частности детские сады, которые запитаны от стояков системы отопления жилого дома. Соответственно, дом не включился, потому что председатели решили не включаться. По этой же причине детские сады не получают отопление. Поэтому бдительная просьба, необходимо в кратчайшие сроки завершить включение домов, особенно тех ОСНД, в которых находятся встроенные детские сады, и в полном объеме получать услугу теплоснабжения от нашего предприятия.